В очередной раз просыпаешься от звука сирены, информирующей о начале. Худая рука прижимает твои губы. Нельзя кричать, а не услышишь. Поднимаешь взгляд и видишь свою сестру, с которой живете на общую пенсию и талоны на пищевой концентрат, столько, сколько себя помните. Однажды сестра не вернулась с работы на нижних этажах. Прошло 4 цикла. Собираешь все необходимое в надежде найти сестру. Запасов пищевого концентрата должно хватить на месяц. Выходишь из комнаты. Смотришь на время. 7:00. Времени, чтобы успеть попасть в лифт до начала самосбора, у тебя ровно 4 часа. По пути к лифту встречаешь соседей, странно смотрящих на тебя. И закрывая при твоем приближении двери, ходишь в лифт, нажимаешь кнопку нижних этажей, едешь. Вдруг выключается свет. И лифт начинает трясти. Ты готов поклясться, что слышишь скрежет где-то сверху. Секунду спустя понимаешь, что лифт начинает падать. Просыпаешься в полной темноте. Запах мяса и крови. Смотришь на время в твоих галочасах. 11:05. Начинаешь тяжело дышать и паниковать. Чувствуешь уже знакомую руку твоей сестры на своих губах. Нельзя кричать. Они услышат.